Привет! Здорово! Хаюшки! Это трио толстяков. Опять. Снова. Повез очереди, отняли у меня фразу снова. Снова. Итак, у нас радостная новость. Нас теперь 3000 подписчиков. Да, по 1000 на брата. По 1000 на брата? Да. Отлично. По 1000 грамм, я имею в виду. Тут главное не забывать следующее, что чем больше у нас подписчиков, тем больше к нам прибавляется хейтеров. Кстати, интересный вопрос. Зачем хейтеры подписываются на наш канал? Чтобы если... хейтерить. Словесный понос проще аллегории не лечится, и надо как-то куда-то ее дефекатировать. Вот да. Хейтеры подписываются на каналы разных талантливых и не очень людей. И начинают извиваться. Да, талантливых людей и нас. Не, меня очень порадовало, когда он сказал талантливых, смотрел на меня, когда и не очень смотрел на тебя. Так что моя честь почесалась. По-моему, я смотрел вон на тот замечательный оранжевый стул. Он талантливее нас? Разве даже стул талантливее нас? А разве нет? Вспомним. Как один товарищ сказал, что что-то вы не самая лучшая студия озвучки. Другие персонажи постоянно агрятся на наше произношение. Вот. Что там еще было? Эфирников наших вечно в минусы вгоняют. Вообще злодей. А не забывай Веном. Ну я про произношение уже как бы сказал. А, ну да, тогда микрофон. Микрофон, да. Вот. Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, идите нахуй! Каждый хочет. Каждый дрочит, как хочет. Нет, ты правильно сказал. Каждый хочет через камеру послать весь мир нахуй. Да. Так как я тут больше всех, я имею право. Некрозор крушить! Некрозор бить! Себе в грудь. Опять! Мой синяк болит. Хватит бить себя в грудь, там уже синяк. Подожди, твой синяк болит? Зачем ты этого бедного алкоголика обижаешь, а? Не, мне интересно, где у тебя синяк? Да он его на цепи дом держит. А мне кажется, это связано с тем, что он там, помнишь, там по писке настучал? Ага, точно! Мне кажется, синяк там, да. Они не поймут этого, потому что для этого надо смотреть шоу «Эфирники», мать вашу. Ты не бойся, подкаст пошел столько же народ, сколько и эфирников. Так что они в теме. А вдруг случайно кто-то набежит? Да, вдруг так случайно. Увидит цифру 3, 0, 0, 0. И подумает. Это моя любимая цифра. Я должен это глянуть. Да. Не, а чего, 3000 это очень красивая цифра. Так, в общем, ладно, давайте перейдем, собственно говоря, к подкасту. А, ну да, наркоманию долой. Кас, тебе слово. Я не могу говорить, понимаешь? У меня плохая дикция. Так что с данного момента я молчу. А как же Арнольд Шварценеггер? Он останется без голоса. Нам Арнольда Шварценеггера тоже наезжали. Его называли Джигурдой. Арни Джигурда. Джигурни. Арни Джигурда. Арни Джигурда. Арни Джигурда. Так вот, дожили до 3000, ты дожили. К слову о произношении. Дожили до 3000 подписчиков, а сказать-то им уже и нечего. Ну как нечего. Например, у нас скоро намечается стрим. Да. Вы уже установили себе софты? Или вы установите? Софты-то мы установим. Это, в принципе, собственно говоря, не очень долго. Ну да. Да. Такие это вообще недолго. Яша, успокойтесь. Зачем я уже устанавливал эту софтину, потом его просто снес. Угу. Спросишь, зачем? Да, спрашиваю. Потому что я подумал, что нахрен она нужна. Тогда мы же не собирались стримить. Mm. Понятно. Стримить. Ну, с другой стороны, это самое. Ее же еще изучить надо.
У нас есть технический гений КАС. Ага. Ну хорошо, да. Ожидается под. Ну, я как подкастер, у меня все на подкасты сводится. Подстрим. Подкаст тоже ожидается, я думаю, когда-нибудь. Ну да, 4000. Да, возможно, если мы к тому времени... Да ничего со мной не случится. Ожидается стрим, ожидаются по-прежнему... Некропамятные обзоры. Вот одни из них будут в ближайшее время, я думаю, да? Ну, мне он просто сказал. Ты вчера сказал? Я знаю, что вчера сказал. Да. Следующий некропамятный обзор будет на какую серию игр? Будет посвящен моей любимой серии игр Street Fighter. Но это будет опять-таки, сразу хочу предупредить, чтобы не было таких непоняток, как с вселенной Носгота. Это будет не столько обзор какой-то конкретной части игры, сколько это будет видеоверсия статьи, которую я в свое время писал для одного журнала. Там в основном все будет сосредоточено на сюжете, который подавался в аниме-сериалах и полнометражках. Ну и немножко про игру там тоже будет. Вот такая вот перспектива. Ну, внутренний монтажер задрожал от этих перспектив. Затеребонькал в душе? Затеребонькал таки. Так, таки хватит, таки говорит тут только Яша. Ну таки мне одному некрозору, что ли, по писке себе бить? Таки успокойтесь, дорогой товарищ. Окей. Революция не за горами. Революция. Не картайте, пожалуйста. Окей. Итак. Окей. Так. А что же ожидать от Алекса Ки? А что нам ожидать от тебя, дорогой друг и товарищ? И просто... Хочешь, я расскажу? Давай, я скромный человек и не буду себя расхваливать. Алекс... Стой, да я приму пост. Наш дорогой, доблестный голос Джуварио решил пойти дальше озвучек и решил одно из видео Джуварио самостоятельно перевести. Так что в скором времени тоже ожидается видео, в котором будет гордо звучать перевел и озвучил Алекс Ки. Так что сразу, да, хейтеры, готовьтесь. Не пропустите, смотрите этот обзор ни в коем случае. Налетайте, одобряйте, так сказать. Мы вас верим. Господин Кот, молчите. А что еще от тебя ожидать? Да, ожидается, скажем так, именно обзор. Я решил пойти по стопам Некрозора и сделать свой собственный обзор. Обзор на онлайн-игры. Это в целом. А ближайшая будет Смай. Самая херенная игра из когда-либо созданных. И кто говорит, что Дота лучше? Отправляйтесь в ад. Нет, я не буду, потому что до меня точно сейчас захейтили. Доктор лучше? Дота. Доктор? Дота. Доктор? Дота. Сам ты Дота. И это... Есть еще один самый далеко идущий план. И надо его озвучить, чтобы никто потом не сбежал и здесь присутствующих, особенно ближе с правой крайней стороны экрана. Да, вот эти именно два персонажа. Мы собираемся снять свой собственный фильм по оригинальному сценарию, который написан мною. Да. Опять же, хейтеры, готовьтесь. Чё, хейтеры, я его прописал хорошо, там хороший будет фильм вообще. Весь твой сценарий сейчас состоит из 3 сообщений ВКонтакте. 3, сука, понимаешь, 3. Он весь здесь! Он весь здесь! Это не называется прописал. Это называется прописал. Ты пишешь себе на мозгу? Изнутри? Мы не сможем это прочитать. Не сможем, Карл! Ладно, я переведу в более доступную для вас форму изложения на бумагу. Такую примитивную вещь, как бумагу. Вы не храните леса Амазонии? Да, естественно. Зачем нам леса Амазонии? Пока мы храним леса Амазонии, в Чикаго негры голодают. Тебе не жалко негров? Ты расист?
Я расист! Да, я расист. Нет, это мой внутренний Адик, который иной раз проскальзывает. Особенно он в последнее время, кстати, он что-то активизировался. Я заметил его на коте. Да. Мяут. Да-да-да. Что-то как-то он не так говорит. Все-таки в нем что-то не то. Если Адик прорезался в голосе покемона кота, это говорит о том, что Адик няшка. Ася. Да, практически. Да, еще вот этот человек наезжает. Вчера весь мозг мне выносил насчет картавых кинохрони. Вот. Но ввиду того, так что да, после, собственно говоря, снятого фильма планируется новый выпуск «Картавых кинохроник» на этот дайте фильм. Дайте договорить, пожалуйста. Да, планируется. Дайте договорить, да, пожалуйста. Планируется. Господа хейтеры. Планируется же? Господа хейтеры. Господа хейтеры, которые поставили, сколько там, 30 дизлайков к моим «Картавым кинохроникам», запишите заранее, что не надо этого делать. А вот ему в личку, вот он, вот ему, вот, был бы у меня большой красный палец, я бы показывал на тебя лучше. Некрозор, блин, помогите мне. Ну, блин, извини, что у тебя нет большого красного пальца. Извини, что у тебя он мелкий. Не совсем. Мамма мия! Почти не красный. Ну, как бы. Но если его прищемить в двери, он станет синим. Сначала он будет красным. Конечно, есть суровые челябинские мужики, которые красят яйца на Пасху, все знают как. Да. Окуная в кипяток и прищемляя дверью. Да. Да. Ну, красный и синий цвет. Так что, следуя этой логике... Все нормально, перешло. Да, следуя этой логике, надо не прищемлять, а окунать в кипяточек. Какая жалость, что у нас нету горячей воды. Да, кстати, товарищи, смотрите, мы уже почти помещаемся на одном диване. А все почему? Потому что когда вот у этого товарища завелась девушка, он стал активно худеть. Жена, я бы сказал. Ну, уже скоро жена. Да? Ну да.